Надо взять в захват ее. Игру. Так. Вот она. Вот она. У меня заставка зависла. Все, уберись, музычка. Все, все нормально. А где игра? У вас хотя бы черный экран должен быть, нет? Она зависла. Мне ее перезапустить надо, наверное, она что-то. Ни на что не реагирует. Так, давай закрыть игру. Давай закройся. Очень странный рофловый... А, это я читала уже. Спойлер! Ты мне... Да, я уже прочитала, сука. За что мне спойлер? У меня все зависло. У меня все зависло. Почему игра не закрывается, не открывается, не играет? Да блин, ты либо закройся, либо воспроизводись, сука. Почему она зависла? Что мне делать? Альт F4. Пожалуйста. Инди-игра. Да блядь. Вот, закрылась. Все запускается, запускается. У меня весь стрим завис. У меня весь стрим завис, да. Меня слышно? Да. Игра мне стрим сломала, что за фигня? Это ненормально, это неадекватно. Так не должно быть. Почему ее не видно в OBS, эту игру? Вам не видно эту игру, почему? А вот видно теперь. Нам нужно настроить игру. English, нет. А, окей. Всем привет. Пишу сюда, потому что меня забанили пермач. Не спойлерите, ребята. Не Нора страшна в гневе. Все по факту, все правда. Спасибо. Спасибо, мистер из Пермача. Что, в смысле? Я не то хотела сказать. Мистер Завар. А где... Фу. Давай попробуем пошире, наверное. Та-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Apply. Как? Графикс. Рулечка. Банят клипов, да в смысле? Опять молчат, да что такое?
Привет! 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 А вот и снова ты. Ты успеть подумать, как нужно себя вести на допрос? Напомни ему R2-D3. Ты рассказать нам все, что знать из самого начала. И не пытаться лгать, подтверждать. Привет! Ты рассказать все сначала или насилие? Привет! Ты сказать, что летит похороны на лайнер взорвать радикалы зеленой вселенной? Подтверждать? Чё вам все? Привет, привет! Все, 5 минут кончилось. Вы что, собака? Почему у меня все на английском? Почему у меня на английском, если говорить на русском? Я не поняла. Как мне настроить? Почему я не могу escape нажать? Что происходит? Что? Почему мне пиздят? Почему у него яйца вместо ног? Что это такое? Что такое спитинг? Хватит меня пиздить. Спасибо за донатик. Вы... Что такое wow, slow the idea, we agree, you do better, tell your story first. Спит. Что такое спит? Типа харкнуть ему в ебало? А! Я в шлеме? Рассказать все сначала или насилие? А, типа, меня пиздит, ты мне сказать, похуй? Ты сказать, что летит похороны на лайнер взорвать радикалы зеленой вселенной? Подтверждать? Чего? Какие зеленые вселенные? Ты харкаешь себе в шлем? А, да? А это я себе? Все сначала или насилие? Ты сказать, что летит похороны на лайнер взорвать радикалы зеленой вселенной? Подтверждать? То, ладно, иди нахуй. Привет! Привет! А, у меня ушко болит что-то. Привет, мистер Шадоу в гарде. Безымянный что-то. А мне дадут настроить игру, типа, или ничего больше мне нельзя управлять? Типа, что? Почему? Что? Нет. Так вот он, дед, блин, зачем ты фотографию смотришь? Он не, ну сделан хорошо. Но нет. Ты мистер Мочи, ну только назовись обратно. Я не могу всех запомнить, сорян.
кто как переназвался, но я могу подписать в скобочках. Потерянный в космосе. Привет, Артём Кот. Вот Артём Кот не переназывался, я его помню. Опять мне пиздец. Логотип. Не могла смотреть на чулок из космос. Рассказывать правда. Подтверждать. Чего он сказал? Так. Действие пользователя. Как его подписать? Мертвый дед? Что? Нет. А... Подписи были. Или это только не получится сделать через ОБС, да? Что я нажала? Боже, у меня... Да не закройся. А, как закрыть теперь это все? А, я поняла, что я нажимаю, блядь. Я нажимаю на ссылку, как бы. Сука, как это закрыть? Грёбаный. А вот, на... Вот, редактировать. Напишу в скобочках. Мочи. Всё. Ок. Как это закрыть теперь? Как закрыть? Ничего, нет, не надо, ничего. Как закрыть? Да какой отстранить, какой забанить, как закрыть? Я хочу чат смотреть. Вадик, помоги, у меня не получается. Да не сюда. Вот, видишь, как закрыть. Как это свернуть? Блядь, сука... А теперь? Без русика, чего? А я не знаю, почему он не на русском. Странно. Через 2 месяца век, говоришь. Девять крестик. Да блин, да... Я вот... Я не могу даже на игру настроить. Говорить ему. Ладно. Ай. Это музыка у тебя или у меня? Это у меня. Это у меня на рабочем столе из-за того, что я сворачиваю игру. Она начинает играть. Шизует. Я шизует. Настяночка, кстати. Пизда стрима? Опять? Господи, эта игра убивает мой стрим! Чё, опять ничего нет? Сколько можно? У меня идет грёбаный Death Stranding, а эта игра не может воспроизвестись. Мне кажется, мой комп сейчас взорвётся. Убивает компани стрим. Да я и говорю, что, типа, мне точно можно в нее доигрывать, я не знаю. Она просто зависла вот так. Идем в жары, ебать, пан. Ну все, она вот так. Я не знаю, тут даже непонятно, типа, она грузится вообще или просто зависла. Когда используешь... А, когда выбираешь бесполезно айтемы, держи в голове, что здесь нет бесполезных айтемов. Ладно. Ну и чё? А меня ждать или перезапускать? Я не знаю. Ты что, мне за то, что я ее бесплатно взяла?
Не, ну если бы я купила игру, и мне вот это вот пришлось бы терпеть, ну, конечно, было бы обидно. Да. А как определить, что она все еще грузится? Спичер задачи открывать или... Или не стоит рисковать компом, а все, прогрузился. Ёптвами. Уживачка. Курица. Приветствую. Я ваш гид в мире космических похорон, функционирующий в вашем траурном скафандре. Прежде чем мы начнем дальнейшее общение, подтвердите, что после удара вы все еще способны читать. Нет, ты брала 200 рублей? Ясненько. Спокойной ночи, Хупер. Прекрасно. Вы попали в нестандартную ситуацию. Всемирное похоронное агентство Брэсиш гордится своей безупречной историей, но ваша смерть может привести к репутационным потерям компании. В связи с этим вам предлагается заткнуть течку какого-то газа и выжить. Да, сука, наведись. Лаг. О, вы реально плаг. Что? Для затыкания необходим объект без сквозных отверстий. What the fuck? Для затыкания необходим объект без сквозных отверстий. У тебя курицу ложу. При подборе полезных предметов вы можете распихивать их по карманам, называя это инвентарем, если угодно. Блядь! А! Да не курицу! Да хватит! Да хватит! Для затыкания необходим объект без сквозных отверстий. Так всю игру? Что? А! Ёптво. Если бы это было в VR, я бы сблевала. А как мне выбрать? Достаньте жвачку из кармана. Возьмите жвачку в руку, налепите ее куда-нибудь, кроме лица. Кроме лица. Да, блядь, да, ёптво, мать. Вам полагается поощрительная фраза. Это впечатляет. Вы почти победили. Помните, что траурный скафандр не предназначен для длительного пребывания людей и животных в космосе. Рекомендуется незамедлительно вызвать помощь по интерфону, улучшить скафандр или впасть в депрессию. О. Я впаду в депрессию, пожалуй. Что это? Typical cylinder with girls. Можно мне, блять, русский язык? Settings. Надо было в другую сторону, оказывается, кликать. Вот это. Цинь. Типичный календарь с девочками. Мисс Сентябрь. Дед такой любил и бережно собирал. Помнится, в детстве мисс Декабрь из дедовой коллекции обзавелась модными нарисованными усами. А моей заднице после этого подарили широкие полосы от ремня. Такое себе. Моё. Я, видимо, все собираю. Нет сканера. Это мой скафандр. Ничего так. Фотография с росписями лучших друзей. Ну на чем? Что это, блин? Лучших друзей деда, оставшиеся со времен, когда он со всей шальной компанией устроили, как они ее называли, космическую одиссею, длившуюся почти год и занесшую их в черные списки большинства баров на обитаемых планетах. Крутые были мужики, никого уже из них не осталось. Я, видимо, все собираю. Надеюсь,
интерфон или впасть в депрессию. Значит, впасть в депрессию. Я просто ничего не буду делать. Все альбомы дома забиты курицей. Портрет на темном фоне, портрет на светлом. Общий план в дождь. Героическое сиденье на стуле, теперь это семейная реликвия, досталось мне даже за багрыник. Что? Не стоило пускать мыльные пузыри в морду этой бессмертной пернатой. После этого забега мне хотели отдать школу атлетов. В тот день я летела. Поняла. Хорошая фотография за эти 2 года смерти деда. Этот пиджак его пережил, да и мне, похоже, переживет. Это правда. Я музыку слушаю. Система сброса отходов повреждена и функционирует в обратном режиме. Туалет может засасывать пролетающие мимо челнока объекты при переполнении баков. И что мне с ним делать? Ладно. Danger, keep away, stop. Что это значит? Курарык? Дорогое, нефильтрованное, темное, невкусное, безалкогольное нечто, выбранное дедом исключительно из-за эстетики. Хотя он всегда отрицал, но сморщив лицо, давился этой бурдой. Одна из последних фотографий деда, не расставшегося с курицей до самой смерти. Он здесь себе очень нравился, и не мог не поменять этот портрет. Я не мог не поместить этот портрет в раму. Okay. А что-нибудь кроме деда у него не было, да? Давк. Самое дешевое пойло, которое литрами хлещут все настоящие космические волки. Неизвестно, из каких отходов варится эта жижа. Тем не менее, пиво отличается приятным мягким вкусом гудрона и ароматом свежего помета дикобраза. Весь в слюнях, но все еще аппетитный. Допустим. Каждый выживший заслуживает Оскар. Такие дела. Наконец-то получили Оскар. Зачем же ты? Действительно. Кассета мне нет. Когда вы обнаруживаете новую схему предмета, она автоматически добавляется в память вашего комбайна на кухне, где при наличии необходимых ресурсов вы сможете создать этот предмет. Вероятно. Окей. Что там такое? Станция. Шуточный гид по выживанию, записанный кем-то из друзей деда. Даже кадров из какого-то кино надергали. Не думаю, что подобные советы могут пригодиться. Если честно, ситуация у меня как-то на странности похожа. Даже курица есть. Давай поставим. Ура, кино! Смотрим. Я не понимаю, что написано. Потому что я не успеваю, как минимум, переводить.
Это неправильно. А ты реально то, что могу делать в игре? Что? Окей. Спойлеры к моим косякам, да? Все, пойду делать все неправильно. Редкое издание физики в нескольких томах говорит, что кто прочтет все 50 книг, станет человеком, прочитавшим все эти книги. Допустим. Что еще можно сделать с туалетом? Ну тут вообще ничего нельзя сделать с туалетом. Интересно. Что у меня в руке, блин, я не понимаю. Что это? А, это не рука, это мой пузо. Почему там экран? Как выключить это? Все. Не, это мы не используем. Люблю тебя, курица. Господи, что за фетиш у этого деда? Курица передавалась семье с поколения в поколение, но больше деда. По-моему, она не любила даже червей. Дед всегда отвечал взаимностью. Что? Я всегда был красавчиком. Борода, правда, не очень густая была в детстве. Но годам к трем все наладилось. Что? Что? Кот Гарри, мой первый и последний домашний питомец. Гордый был кот, был котище, хороший, даже курица его уважала, наверное. По крайней мере, доставалось от нее чаще мне. Что? Палка-чесалка, позовись. Любимая дедушка-чесалка с функцией хватания за соски. Что? Ладно, сюда все весь мусор сложить. Не знаю точно, а невозможно, возможно. Когда я это нарисовала, но помню, что коллеги деда ржали как конь, звали его Алку-Оленин. Зачем он ее повесил над кроватью, загадка? Зачем я все собираю, я не знаю. Вдруг оно надо будет, там, типа... Мое представление о звездолетах в детстве мало чем отличалось от нынешних познаний. Этот шедевр я нарисовал в 6 лет, 7, до сих пор горжусь. Дед жить не мог без космоса, но дом он любил, сильно любил, как же он, как любой космонавт. А что съебал тогда? Опух. Да блин. Сканер. Да, это самая книга. Внутри у нее страница на страницах буквы, цифры, мяты, уголки и следы жирных пальцев. Она пахнет книгой, выглядит как книга, на вкус ничем не отличается от книги. Угу. Самая книга на полке, которую никто не читает. Маленькие морковки с фильтром. Обычно их просто держат во рту, иногда пожевывая. Мягкая сердцевина при надавливании отправляется прямо в рот или в легкие, как повезет. Странное увлечение, как ни погляди. Окей. Ой. Вкусно, полезно, почти мытое. Несмотря на активную антиморковную пропаганду, морковки по-прежнему в ходу. Еще бы из окон огрызки не бросали.
антимарковная пропаганда. Что это значит? Что это значит? Подобными схемами был завален весь дедов гараж. По ним даже хомяк сможет собрать в себе вертолет. Было бы желание и крестовая отвертка. Кусок правды. Дед умер, а ГГ едет его хоронить. Грустненько, конечно. Страницы знаменитой единственной новостной газеты галактики «Кусок правды». Выпускается с незапамятных времен, отличается честностью. Ну как, частичной честностью. Открытостью, хорошей впитываемостью и мягкостью бумаги, что делать ее незаменимым чтивом после плотного ужина. Громкий заголовок, но вероятность крушения лайнера из-за террористического акта составляет 65%. Зачем мне это все? Все, я пошла. Пока. Источник повышенной радиации. Вероятно, это центральное ядро лайнера. Будьте осторожны, в таком костюме радиация убьет вас мгновенно. Что там надо было делать? По неправильному гайду. Синий цвет обшивки. Это спасатели. Учитывая, что челноки для эвакуации имеют повышенную прочность, сила удара была невероятной. Судя по степени разложения, данный субъект погиб задолго до катастрофы. У нас здесь убийство, Шерлок, и мы просто обязаны его проигнорировать. Два разных почерка. Какой-то Сергей и пятна крови. Что бы это значило? Записка написана женщиной, явно профессионально владеющей пишущими принадлежностями. Спасибо за подсказку, Кэп. Кислород не вечен. А нет, сейчас я умру. А вряд ли он задохнулся от этого, находясь в скафандре, где кислорода хватает на целый вдох. Целый вдох, да как снять-то? О, нет. Судя по поломанной рукоятке, им били очень сильно и очень больно. Интересно, куда? Даже не знаю. Вероятно, молоток случайно испортил. О нет, я умираю. О, но. Мне просто интересно, как именно я умру. А почему ты не снимаешь? Я мертва. Все? Даже никакой смешной анимации не было. Ну ладно. Все, теперь загрузка 1 000 000 лет. Все? Интересно, действительно. Лучше бы я этого не делала, да? А, блин. О, ты уже без меня играешь? Ладно, смотри мне. Ты снова лгать. Ты здесь, а значит, не мочь умереть. Рассказывать правду. Подтверждать. Ладно. Не, забавно. Загрузка сделана. Получилось здорово.
Загрузка перед загрузкой перед загрузкой. Господи, ну это вам пиздец, ну что такое? У меня не настолько слабый комп. Мяу. Ня. Да, я мяукаю. Что, с самого начала? Ну, так неинтересно. При подборе полезных предметов вы можете распихивать их по карманам, называя это инвентарем. Достаньте жвачку из кармана. Называй это инвентарем. Возьмите, налепите ее куда-нибудь, кроме лица. Вам полагается поощрительная фраза. Это впечатляет. Вы почти победили. Помните, что траурный скафандр не предназначен для длительного пребывания людей и животных в космосе. Рекомендуется незамедлительно вызвать помощь по интерфону, улучшить. Когда вы обнаруживаете новую схему предмета, она автоматически добавляется в память вашего комбайна на кухне, где при наличии необходимых ресурсов вы сможете создать этот предмет. Вероятно. И зачем это мне все? Громкий заголовок, но вероятность крушения лайнера из-за террористического акта составляет 65%. Это все переработать можно будет? Чего еще валяется? Бесстыжая свинья, главный герой. Все, она полу раскидал, как посмел вообще. Если не требуется, я сказала, что отдыхать. Похоже на Индию. Кто-то так и не поинтересовался, откуда эта фотография. Не забывай кормить курицу. Совсем забыла бы. А где курица-то вообще? Домашний номер. Звониться я, конечно, не смогу, да и некому, если бы только тараканам привет передать. Сейчас уже нет ни у кого домашнего телефона. Вообще есть домашний телефон. Так, их же отменили, нет? Сохранение ручное. Я нажала F5, не знаю. Ну, только так. F5 не работает. Придется выйти в космос. В скафандре или нет? Как определить? Дыши. Обнаружен источник повышенной радиации. Вероятно, это центральное ядро лайнера. Будьте осторожны, в таком костюме радиация убьет вас мгновенно. Где антенна? Не знаю, я хочу сюда. Как мне дышать? Мне судя назад... по степени разложения, данный субъект погиб задолго до катастрофы. У нас здесь убийство, Шерлок, и мы просто обязаны его проигнорировать.
Чего? Он предал наш брак, извращенец, изменнику заслужил. Записка написана женщиной, явно профессионально владеющей пишущими принадлежностями. Тихо. Что? Я что-то выкинула нахуй в космос. Нам нужен лом, да блядь. Чего нет? Да блядь, и что мне делать? Мне каждый раз назад возвращаться? Ну ты какой-то отстой. Что это? Что вот это такое? Это мой квестовый этот? Нет! Да нет! Чё мне? Мне так каждый раз возвращаться? Я так не играю. Чё за скафандр у меня такой дебильный? Каждый, сука, раз? Серьезно? Ну это вообще не круто. Она реально такая душная. Антенна чудом уцелела. Проводите отладку очень аккуратно. Будьте аккуратны с вакуумными пробоями. Удар электричеством такой мощности может привести к выходу из строя моих систем, и я не смогу гарантировать сохранность вашего трупа до приезда похоронной команды. Потрясающие инженерные навыки. Вы ее доломали. Теперь не обойтись без специального оборудования и кодов активации интерфона, которые зашифрованы в памяти штурвала, если он еще цел. Блять! Ну это просто невыносимо. Опять возвращаться! Сука. Как с обнафтики ты улучшаешь количество кислорода, но да это тоже не вечно. Ну это, ну. Блять. Ладно. На рофель все же выживать. Ну как выживать? Просто искусственно ограничили, типа, кислород. Типа, ничем не обоснованно особо. Но я не знаю, чуть-чуть полетаю. А ничего нет. Датчики сообщают о наличии поблизости хладогеля. Его микроскопические частицы могут оседать на стекле скафандра, образуя красивую наледь, что может привести к ухудшению видимости. Обнаружен туалет. Некоторые наши клиенты очень болезненно относятся к туалетным темам, в связи с чем включен словарный фильтр, который будет заменять слово «фекалии» на слово «радость». Судя по количеству радости, вокруг обломки принадлежат общественному туалету лайнера. Это означает, что поблизости могут находиться крупные запасы воды из баков душевых. Главное... Фу, блядь, что это? Бедолага, почему-то на крупных судах этих шикастых всегда было немало. То ли сбегали и плодились, то ли специально кто-то разводит. Не знаю, но думаю, тут еще их немало встретится. Предлагаю назвать его Хэммонд, хоть данный унитаз и не похож на пилотируемого робота. Мое. Все, больше ничего не могу сделать с этим. Добывать. Вот это было. Все, я обратно. Да все, я ухожу отсюда. Блин, ну что это? 3 миллисекунды, я не успеваю ничего сделать. Я думала, это дверь вообще. Это не дверь вообще никакая. Ну, блин, даже F5 не работает. Что такое? Что такое? Похоже на штурвал. Нужно попробовать подключить. Отличные новости. Используя свой гениальный алгоритм подбора двузначных паролей, мне удалось взломать коды активации интерфона. Осталось собрать криптографическую станцию отладки и перенастроить интерфон по этим кодам, что с вашими умениями займет всего около 5 лет. Что?
Помните, что вы все еще можете впасть в депрессию. Да я уже... Что я должна сделать? Кроме впадания в депрессию. Я думала, мне нужно будет самой изучать, а не типа по значкам бегать. Качуаняк. Я с обратной стороны свои фотки собираю. То есть, вот так? Ладно, это очень странно, конечно. Куда мне идти-то, блин? А, вот сюда. Набор. Окей. Создайте станцию. А. Как? Вась? Ресурсы. Станция. Вот это? Как я ее создам? Чего? Ладно. Ладно, раз уж я зависла, то тогда пойдем в другое поиграем. Сколько часик в это посидел? Ну, сорян, конечно, я ничего не понимаю. Переименовалась прям.